Мантус Радослава, пробы Ева. Бабушка, ты где? Бабушка, бабушка, почему ты плачешь? Потому что я скоро умру, Ева. Ты уже знаешь, откуда берутся дети? Да, их приносят аисты. Угу. Вот и бабушке аист принесет ребенка, а ее заберет. А если он тебя не найдет? Найдет. Вот пойду рожать и найдет. Не найдет. Ева, выпусти меня. Тихо, бабушка, ты, наверное, аист. Ева, может, выпустишь бабушку? Никого же нет, я в безопасности. А если он вернется? Ева, ты ведь все равно вечером уедешь, и некому будет о бабушке заботиться. Бабуль, ты что, глупая? Есть же дедушка, мама с папой, дядя Коля, Алиса. Не бойся. Спасибо, Ева.